Пожилого человека обманул на 16 тысяч рублей. Увидел машину, подошел к нему, предложил. Он согласился. Ремонт машины – это заменить передние крылья. Потом он передал мне 5 тысяч, потом еще 5 тысяч, потом еще 6400 рублей. Познакомились здесь, и он мне предложил починить кое-что. Крышу, замену сделать, лобовое стекло поменять, покрасить уже и машину. Начал выпрашивать разнообразные суммы предоплаты. 3-5 тысяч я ему передавал, 10. В результате телефон стал недоступен или просто не отвечал. В ОМВД Ленинградского района обратился житель Калининграда с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий. Материал поступил на рассмотрение участковым уполномоченным полиции. Знание подучетного контингента и оперативной обстановки позволило достаточно быстро установить виновное лицо и привлечь его к уголовной ответственности.